сбивать. О, вот у нас день рождения. Вот кому-то тут. Сколько там исполнилось? Это вот 71. Свечки. А, 71 год, да, 71 год. Да, так и воткнем. Дожил вообще совсем большой. Ну что, как это, как вкусняшка? Ну, норм. Ну да, внутри как будто творог, вот внутри как будто творог, сыр. А это сыр. Прикинь, пицца из Ашана. Коту нравится. Что коту нравится? Кот. Он залип просто. Да, ну да, он бывает. Медитирующий кот. А ничего, такая девочка с коры, а? Очень жаль. Да. Угу, ну, так... блин, короче получилось, чем я говорила. Ну, как обычно парикмахер делал. Ну, ты же коры делала, а, ты делала длинную. Я чуть подлиннее. Да, пару сантиметров. Ну, отрастет через месяц. Ну, видишь, у него медитацию, он смотрит на привидения у порога, наверное. Говорит... У вас туда хрена привидений судит. Ну да. Весь дом пишет. У вас, говорит, кот смотрит, говорит, наверх, на пустой угол, часами. Это что-то не к добру. Кот у нас залипает. Коты, они такие. Вид этих маленьких мушек. Ну да, ничего вкусное. А я что-то не решилась с колбасой, думала, вдруг она невкусная. Ну, правильно, что? Недальняя такая. Сейчас уже. Да, это эти пузыри. А я подумала, возьму пузыри для кота. Для кота. Ну, это и кот. А он любит пузыри? Ну, я подумала, что он должен любить пузыри. Должен. Не обязан. Кот, ты любишь пузыри? Ну, в общем, вкусняшка. Ты это тоже до всяких. Что он хочет? А, подушечку. Подушечку. Угу. Так, надо эти свечки вытащить.